Короче, еще один заброшенный ангар нашел. Скорее всего, здесь был пожар, потому что много тут головешек вот этих обгорелых лежит. Там что-то мусора полно. Здесь, походу, склад какой-то был. А что, здесь что-то хранилось. Тут что-то за решеткой было. Вот. И вот еще одно здание есть. Оно, правда, со всех сторон опечатано. Но я думаю, что можно попасть через крышу. Или хотя бы просто я могу просунуть туда руку, и вы увидите, что там внутри. Потому что попасть так просто, блин, не получается. И тут явно, что сюда железнодорожный поезд заезжал. Итак, продолжим. Сейчас поднимемся и посмотрим, что там. Так, ну, как видите, окошко довольно-таки высоко. Я туда не смогу попасть. Соорудил тут вот такую вот типа лесенку. И сейчас попробую привстать и попробовать, чтобы вы туда заглянули. О, блин, чуть не улетел. Вот так вот. О, все. А еще, блин, я полез рисковать, короче, на второй этаж и понял, что, оказывается, эта лестница, она вообще никак здесь не прикреплена. Видите? И я, короче, лез и чуть не грохнулся, короче, с нее. Так что мне сейчас нужно будет две руки, и я буду постепенно, медленно слазить, иначе точно убьюсь. О, ничего себе. А там кубы лежат. Ну, эти пластиковые. Вот. Так, ладно. Вообще территория огромная и вся какая-то, блин, заброшенная. Там вон тоже, смотрю, у рельса что-то здесь, блин, было. Ну, просто все поросло деревьями. Короче, тут какой-то пожарный водоем. Огорожен вот так вот тросами. Ну, видимо, чтобы туда не упал никто. Ну, переливная даже. И может быть это для котельной сделано. Запас воды, что ли, или то, что должно было охлаждаться. Вот. Сейчас попробуем зайти внутрь. Вроде как бы открыто. Хотя вот значок висит, что вход запрещен. Вот мы уже внутри. И что мы здесь видим? Вообще здесь конкретная, полная разруха. Все, все вообще разбито, все разбито, отрезано, вырезано. Вот еще не срезали, блин. Так все уничтожили тут. Окна вон поломанные. Видимо, что-то выдирали, что ли, из окон. Непонятно. Зато дверь покрашена. Ха-ха, как новая. Я думал, здесь лестница на второй этаж. Но нет. Так, ладно. Значит, мы сейчас попробуем. Там-то что? Там, наверное, делать-то нечего. Скорее всего.
попробовать вот сюда вот дойти. Что-то наступаю, что-то такое мягкое. А, вот тут баки какие-то были. Они воду, по-моему, очищали. Как-то я уже такие примерно видел, когда по заводу ЗИЛ лазили. Там на канале есть такие видео. Угу. Тут вот тоже все пусто, все разбито. О, ботиночек. Блин, какой-то на каблучке. И, кстати, походу придется мне возвращаться к машине. Бомбоубежище. Видите вентиляцию? Ага. Осталось найти вход. А вход, наверное, вон он завален. И вот это завален. Скорее всего. А еще он, скорее всего, затоплен. Вон, видите, тоже два. И вон еще, по-моему, третий. Что-то типа такого. Блин, слушайте. Нашел. Блин, это надо возвращаться, короче, к машине. Брать фонарь. Точно. И это будет уже, походу, вторая серия. По-любому. Мы сейчас здесь пройдемся.